Я очень рада, то, что я нахожусь в такой момент рядом. И все-таки хочется пожелать всей семье, самой Екатерине, ей, деткам и Александру, естественно, большого крепкого здоровья, чтобы их семье было счастье, взаимопонимание, любовь и, конечно, большой-большой успех и удачи в семейном жизни и продвижение, может, также и расширением семьи, что в ближайшее время, может быть, еще появится новый член семьи. Конечно, будет это очень хорошо. Ну, конечно, и терпения большого и маме, и папе, потому что все-таки это большая ответственность за троих уже детей, все-таки это уже, конечно, большое счастье и любви, конечно, им побольше. Любимая, мы приехали за тобой и за Сашкой. Спасибо тебе, родная, за сына. Большое спасибо тебе. А Сашке в будущее хочу сказать, пускай будет здоровый, крепкий и счастливый. И все для этого мы постараемся с мамой сделать. Родная, если нужна четвертая девочка, то я всегда рад и хотел бы, чтобы у нас была девочка. Соски отбирать. Да. Стоит уже на готове. О, станет холодно. Уже расходники. Мама еще 20. Нет, живет вообще в нашей наступной даче. Победу немного и хватит. Сын. Что? Пять секунд. Даник, успокойся. Ну что? Все, спасибо большое. Красивенький. Давай. Наконец-таки, скажи, все семейство собралось.
Ну что, давай улыбаемся. Да, мне, Данька, вылезет отсюда. Как это мне попросили? Да, Ник, иди сюда, иди ко мне. Иди к папе. Только грядки не поли. Ладно, вот грядки полит. Фоткай. А, она же туда. Да, смотрите на нее. Во. Мам, комиться. Я устраивали. Мам, комиться. Блин, такая печень. Да, Ник. А на кого хоть похож? Непонятно. Вообще непонятно, на кого похож. На кого похож? Ну, скорее, наверное, тоже бабка будет. Бабка будет, она подскажет. Все, пойдем одеваться. А как роды? Как роды прошли? Замечательно, да? А беременность? А вот беременность, скажи, сколько мы мучились, да? Скажи, ну, наконец-то. Ну на, подержи, аккуратненько, давай. Так. Мама! Ничего, ничего. Тихонечко. Все, бабка, иди забирай. Сына, пойдем одеваться.